Нам нужны ответы. Руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Андрей Алехин обратился с просьбой к председателю законодательного собрания пригласить на очередное заседание министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову. Коммунист рассчитывает на получение исчерпывающей информации о состоянии медицинской сферы в нашем регионе. Алехин хочет обратиться к главе ведомства с вопросами о нехватке больничных коек для больных коронавирусом, возможностях оказания помощи пациентам в крупнейших больницах, закрытых на карантин, а также точной дате открытия военного госпиталя. Работу этого стационара планировали запустить еще в начале лета, однако до сих пор двери госпиталя для пациентов остаются закрытыми. Серьезное беспокойство коммуниста вызывает и возможная оптимизация районных медицинских учреждений. Министру здравоохранения Омской области предстоит ответить на вопрос, насколько целесообразно урезать возможности сельских учреждений в период пандемии. Опять пошла информация по очередной оптимизации, но я не знаю, насколько это достоверно, опять опираясь на СМИ, оптимизации сельских районных больниц. То есть там узких специалистов убрать только в город, оставить только основные. Когда начинается оптимизация, вот в последнее время это плохо. Ну, люди были в советское время не дурные, когда создавали клиники и размещали врачей. Школа у нас медицинская в Омской области хорошая. Поэтому вот этой оптимизации, особенно в период пандемии, надо очень хорошо подумать, насколько вообще целесообразно этим заниматься. Потому что все оптимизации заканчиваются тем, чем они заканчиваются на сегодня, к сожалению. Это вот то, что происходит, это вот держимся за счет советской медицины.